В управлении ЗАГС свои первые в жизни паспорта получили 6 жителей Ленинского района. Перед началом церемонии ребята немного волновались, но в то же время были счастливы. Дает мне большие возможности, большой шаг в будущее. Я смогу уже, в принципе, работать. Наконец-то я получу банковскую карту, перейду в высшую школу, так сказать. И да, я, в принципе, счастлив. И я очень к этому готовился и долго ждал этого. Сегодня торжественное мероприятие, потому что уже получается юридическая ответственность, уже надо серьезно относиться к жизни, да. Поэтому долгожданный день. Я думаю, для того, чтобы считаться гражданином, очень важно любить свою родину, свой дом, свою школу, своих друзей, свой город. Это все Россия. Началось мероприятие с гимна России, что придало ему еще большей торжественности. С сегодняшнего дня юноши и девушки начинают нести ответственность за свои действия и поступки. С поздравительным и напутственным словом к ним обратился заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев. Мы всегда рады будем, если вы по окончании учебы или кто-то по-другому сложит судьба, свяжете свою трудовую деятельность с нашим Ленинским районом. Поэтому всегда будем вам рады, ждем вас, поскольку вы наши граждане, наши земляки. Кроме документа, молодым людям вручили памятные обложки на паспорта и Конституцию Российской Федерации. По окончании официальной части собравшихся ждал музыкальный подарок. После чего новоиспеченные обладатели паспортов получили поздравления от своих родителей и родственников. Здоровья им всем, благополучия, а мы будем гордиться их успехами. Неважно, кем они будут. Конечно, нам хотелось бы, чтобы они были знаменитыми, у каждого свой талант. А чтобы этот день запомнился на всю жизнь, участники мероприятия сделали общее фото на память. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.